Ребята, привет! Сыграем на акустической гитаре песню «Пересекая континенты». Она, собственно, подходит хорошо для акустической гитары. Значит, ре мажор, соль мажор. Потом нам еще потребуется фа мажор и до мажор. Это будет у нас в куплете. Но играем мы хитро. Мы берем вот такую фигуру, да, зажимаем ре мажор вот здесь. На 6, 5, 4 струне. И вот это трезвучие возим просто по грифу. Берем здесь соль, потом здесь же будем брать фа, здесь же будем брать до. Ну все по порядку, значит, поехали. Вот, значит. Можно брать дополнительные струны. Шепчут города от заката до утра. Дальше меняем аккорды. О далеких далях, где мы не бывали. И обратно. Пока. Вот, в конце такая каркозябра у нас. Подставление мизинчика на четвертой струне. Что ты знаешь обо мне? Этот ветер в голове. Все почти пропало. Что не дай, все мало. Мы в огне. Бридж. И я так люблю, когда мы вдвоем. Ми соль. Но ты же знаешь, что дорога. Соль, соль, ля. Вот он бридж, значит. Я так люблю, когда мы вдвоем. Ми минор, соль мажор. Но ты же знаешь, что дорога. Вот мой дом. Ля мажор, последний. Пересекая континенты, кадры киноленты, от зимы до лета за окном. Пересекая континенты, все бросая в ленту, от зимы до лета новым днем так и живем. Бежался по припеву, а теперь медленно разберем его. Ре, соль. Еще раз. Потом ми, минор и ля мажор. Вот гармония припева. Ну, я играю, собственно, соль кантри, да, с первой и пятой ступенью наверху. И, собственно, не отпускаю эти две ноты вообще. То есть я играю. Не отпускаю ее на ми и ля. Ну, собственно, весь оазис такой вот. И всякое прочее кантри. Бросая в ленту от зимы до лета, новым днем так и живем. Это концовочка ми, соль, фа диез, ми и ре. Но всю песню целиком я запишу отдельно, сыграю, спою на нужной высоте, громко и выложу отдельно. А вам хорошего дня. Если что, пишите. Все расскажем. Все-все.